шепчешь ты во тьме. Зачем бредешь куда-то? Рожден ты здесь зачем? Зачем ты в мире всем живешь? У меня сейчас есть всего один ответ. Здравствуйте. В эфире подвальный блогер, выпуск номер 2. И сегодня я не в подвале. Я в верхнем фойе драматического театра имени Макашимы. В субботу я приезжаю в город Красноярск и надеюсь встретить нашего друга Асакура. Ну, вы знаете, повар, видевший Максим. Здравствуйте. А, мы уже здоровались, ладно. Ну, значит, в субботу, в воскресенье я надеюсь увидеть нашего друга Асакуру. Я это говорил? Блин. А, о чем я хотел сказать? Ах, да. Понимаете, тут такое дело. Нашего друга Грегола. Его убил какой-то школьник. Говорят, 17 лет пацанчику. Как он мог его порвать? Говорят, этот зверь оторвал ему руки, сдавил череп. Тьфу, жуть. Этот 17-летний школьник, он заводил еще и Вамора, нескольких солдат, агента Кимуру, зверюга. Ах да, я в зале заседаний Кроноса. Тут помещается очень много зооноидов, даже трехметровые. А что там, тут поместится первый гигантик. О, я снова в кадре. Итак, говорят, это 18-летие скоро поймают, хотя я лично не уверен. Знаете ли, ему помогает какой-то паренек, хотя это может ему даже лет 50. Не знаю, ну такой крупный вообще, ну крутой, на всех рыпается, всех убивает. Его уже прозвали Гайвером 3. Вы же знаете, что Лискер в коме. Да, он в коме. Просто это скрывалось. Ну, говорят, что он может выкарабкаться, но Гайверн 2 воспользоваться он больше не сможет. Силёнок не хватит. Я очень надеюсь, что вместо Лискера нам дадут инспектора Валькирию из Аризонского отделения. Но она такая со скверным характером. И на этом наш выпуск закончен. Возвращайтесь к... Ах да, и возвращайтесь в нашем третьем выпуске. Я надеюсь, он будет очень интересным.